Будешь кофе? Что? Кофе принести? Нет, не надо. Где Женя? Серёга! Женя! Нина! Где Женя? Где Женя? Что случилось? Я тебе воды принес. Что случилось? Операция еще не закончилась. Операция? Почему? Операция? Почему? Ниночка, там тяжелое ранение, но он в хороших руках. Его оперирует лучший хирург. Все будет хорошо. Его спасут. Попей воды. Скоро приехал почти сразу. Все будет хорошо. Хорошо. Его спасут. Забыла. Да вот он хлеб, да вот он. Ну что, братцы, прошел год, Женька, светлая тебе память, друг ты мой дорогой. Давайте, да? Портачила все время. А Женька ругался на меня. Я все вспоминаю, как он Сашеньку из роддома забирал. Плакал. Мам. А? Ляля гулять хочет. Ой, Сашенька, я пойду погуляю. Мам, не надо, я сама. Сама. Сиди. Пойдем погуляем. Давай, бери Лялю. И полетели с тобой. Бедный ребенок. Давайте, братцы. В эти минуты выносится приговор бывшему солисту группы «Годы» Артуру Прохорову, более известному по сценическому псевдониму «Тирон». Более года «Тирон» провел в СИЗО по обвинению в убийстве барабанщика Виталия Супикова из той же группы. Действительно ли «Тирон» виновен в убийстве или это была самооборона? Давайте узнаем, что думают об этом фанаты группы. Никого он убивал, думаю. Как вы считаете, это была самооборона? Тирон сделал то, что собирался. То есть вы хотите сказать, что он не защищался? Он делает то, что хочет. Не все это понимают. Он гений. Потрясающе, спасибо. Мне только что сообщили, что Тирона выпустили из зала суда. Обвинение в убийстве ему изменили на превышение необходимой обороны. Моменто море! Что смотришь? Евин репортаж. Знаешь группу «Годы»? А, это ту, где солиста посадили? Уже выпустили. Сашенька,
А ты не хочешь бабушку найти? Она где-то там в малине была. Она тебя ягодкой хотела угостить. Да? Тирон, вы думали о первых словах, которые скажете, когда выйдете на свободу? Каждый день. Прошлое дело, скажем так, не очень хорошие вещи. Но у меня было время переосмыслить свою жизнь, и я понял. Если я хочу изменить мир, надо меняться самому. Скажите, ваша новая прическа – это часть нового имиджа или вас так подстригли в СИЗО? Я все делаю сам. И это не новый имидж. Просто новый я. Вот не верю я ему. Он своего барабанщика на 12 частей расчленил. А теперь кается. Кто ему поверит? Ну, вообще-то, он говорил правду. Когда он говорил, что совершал нехорошие поступки, он испытывал горечь и сожаление. И он искренне верит в то, что он изменился. Ну, у каждого, наверное, свои представления о том, что значит изменить мир. Слушай, Нина, ты не против, если я об этом Еве расскажу? Просто ей для репортажа это будет крайне важно. Ради бога. Спасибо. Он все равно узнает. Но лучше не сегодня. Мы об этом говорили. Я не смогу. Люба. Если ты мне скажешь, я завожу машину, и мы в эту же секунду отсюда уезжаем. Не будет группы. Но мы создадим что-то свое, я надеюсь. Нет, нет, нет. Тогда надо идти, милая. И когда мы ему скажем? Надо хотя бы месяц поиграть. Месяц? Может, ранее. Он смотрит. Надо идти. Задушишь, чувак. Дай я посмотрю. Что за лук? Тебе нравится? Топ. Куда двинем? Играть хочу. Дико. You wish is my command. Вроде все хорошо прошло, да? Витенька, да. А ты меня слышишь? Конечно, слышу. Смотри, верификатор. Нина Лучникова уверена, что Тирон перевоспитал. Понимаешь? Здесь ссылка дана на ту передачу «По ту сторону законов». И там народ беснуется. Не может убийца исправиться. Нет, не может, не может. Ну вот, видишь? А кто такой этот Тирон? Ну как тут Тирон? Вот, дай. Я глазам не верю. Тина, что ли? Тиночка. Тиночка. Ну вот, собралась к вам. Правильно сделала, правильно. Да. Голодна? Немножко доесть. Вот сейчас все разогреем. Сейчас. Тут и как? Ну, немного полегче. Нельзя же все время плакать. Думаю, буду жить дальше. Ради Сашеньки, ради памяти Жени. Да ради нас. Всех. Блин, как я по всему этому скучал. По зеленке тоже скучал? А по зеленке больше всего. Короче, за то, что мы снова в сборе, и за то, что у нас полный солдаут. Ай! Прикинь, ближайшие свободные билеты в августе. Кайф.
А что ты там, песни писал? А что там еще делать было? Там вообще не отель Крюк. Ничего нормального, кроме креста с петлей. Я его там себе на стене выскобил. Ключ жизни. Круг Сансата. За него. Давай. Пойду еще на рюк. Опа. Зеленка кончилась. Пойду еще принесу. Давай. Я это когда писал, о тебе думал. Ну ты погоди, Крюк тоже хочет послушать. Так я ему еще сыграю. А ты чего? Ничего. Подожди, не сейчас, не сейчас. Знаешь, много времени прошло, некоторые вещи изменились. У меня ничего не изменилось. Я тебя хочу. Не надо, не надо. Тирон, не надо. Тирон, слышь? Она же сказала, что не хочет. Ты чё, Крюк? Вот ты шалава. Тварь. Тирон. Заткнись! Пошли в оба! Вас обоих. Ой, чё, Саша, ли много собрала? Червячков-то. Один уполз. Уполз? А моего друга Федю ты нашла там? Нет. Нет, так ищи. Федя бедный, он что, не пойдет с нами на рыбалку? Мой друг. Ищи, там мой друг ползает. Ниночка. А? Ниночка, тебе тут звонили насчет работы. Насчет моей работы звонили на твой телефон, да? Ну, да, шутка же моя подруга, она твой номер не знает. Ты ее помнишь, она в школе работает. Вот он. А, привет, Федя, это что, та, которая химичка? Да нет, она уже давно директор школы. В общем, там кто-то взломал экзаменационное задание по русскому языку. Нужно найти этого юного хакера. Съездишь? Когда? Сегодня. Не, я сегодня точно не могу, у нас Сашенька в 12 бассейн. Потом у нас рисование, да, Сашенька? Ну, так я ее свожу. А, ты уже обещала, что я приду, да? Нет, конечно. Ничего подобного. Я сказала, что поговорю. Что? Ну, ты же не позволишь, чтобы весь класс не допустили к экзамену. А что это у нас тут? За парикмахерский салон? Ну, как видишь, полный сервис. И убить, и подстричь. Но, судя по всему, парикмахер сидел сзади. И, предположительно, электрошокером обездвижил нашу жертву. Ну, а потом... Дыхательная асфиксия. Да. Если судить по цвету кожи. Но следов удушения нет. Может быть, пока нет. Ну, а по волосам что? Что его подстригли ножницами, на месте преступления не обнаружены. Предположительно, убийца принес их с собой. Предположительно. У нас точно есть что-нибудь? Да. Подстригли его после смерти. А как ты определил, что после? Во рту остались волосы. Живой он бы их выплюнул. Вот логично, конечно. Серег, я разблокировал телефон убитого. Так, вот... Вот список контактов и последний. Он звонил некой Эльке 21-35. Разговаривал с ней 3 минуты. А давай ее наберем. Давай. Не отвечает. Ну, правильно, я бы тоже не ответил. Ну и не надо. У меня есть свои методы. Интересно. Да. А, Маш, привет, это Андрей Королёв. Да, у меня определился твой номер, Андрей Королёв. Слушай, я тебе номер скинул, можешь пробить? Глупый вопрос. Это абонент, которому наш труп звонил последний.
Вячеслав Тямин? Да. Номер, который ты мне прислал, принадлежит Эльвире Вайсман, 91-го года рождения. Они с Вячеславом одноклассники. В течение последнего месяца он звонил 4 раза, она ему 32. Совместные фото в соцсетях. Есть только школьные. Пересечение есть между отцом Вайсман и дядей Вячеславу по месту работы. А также еще у них... Маш, это не нужно, спасибо. Просто скинь мне ее адрес, хорошо? Скинь адрес и все. Блин, иногда я думаю, что она просто робот. Егорова-то? О, да. Нам нужно найти того, кто взломал школьную систему. Или заказал этот взлом и поделился правильными ответами. Миш, ты какой щедрый. Или умный. Одним выстрелом двух зайцев убил. И повысил свой рейтинг в классе и обеспечил себе безопасность. Ведь его никто не выдаст. Но он не учел того, что придешь ты, Ниночка. Что с ним теперь будет? Посмотрим. Если поможет залатать дыру в системе безопасности, я не вижу причин не допустить его до пересдачи экзамена. Но сначала надо пропесочить родителей, их уже вызвали. Всех? Ну, весь класс на 5 сдал. Встали! Садитесь. Ну что, молодые люди, как вы знаете, у любого поступка есть последствия. Полиция? Нет, Нина Леонидовна... Психолог. Так вот, у вас и у нас, у педагогического совета, одна задача – максимально облегчить последствия произошедшего инцидента. Вы знаете, какие? Нас ведь не отчислят. Не всех, Сафонова, не всех. Но вопрос об ученике, который сорвал экзамен, будет решаться на педсовете. Может быть, не все осознают, если мы долго будем ловить человека, который взломал систему школьной безопасности, вам придется пересдавать этот экзамен не сейчас, а осенью. Мы-то в чем виноваты? Это нечестно. Я считаю, мы не должны это делать. Осенью это уже другой класс. Почему? Да? Все, тишина. Я думаю, с юным хакером лучше поговорить отдельно. Кто это? Правый ряд, третья парта справа. Уверена, это очень хороший мальчик. Уверена. Так, все свободны. Буров, ты останься. Да, Буров, от тебя я этого не ожидала. Ведь у тебя такой отец. Наверняка он думает, что ты пойдешь по его стопам. Это вряд ли. Папа сказал, я могу стать кем захочу. Ну, не преступником же. Да-да? Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Александрович, проходите. Григорий Александрович, мне неловко об этом говорить, но нам удалось выяснить, что именно ваш сын взломал экзамен по русскому языку и поделился им с классом. И как вы это выяснили? С помощью верификатора. Верификатор — это что? Это специалист по выявлению лжи. Познакомьтесь, Нина Леонидовна Лучникова. Вы что, его допрашивали, что ли? Без согласия родителей вы не имеете права. Его никто не допрашивал. Хорошо, а как тогда? Мысли его прочитали? Приблизительно так. Значит так. У вас есть доказательства того, что мой сын взломал школьную систему? Доказательства. Свидетельства других учеников? Цифровой след? Есть? Нет. Ну, тогда извините. Наш разговор закончен. Верификатор. Им еще гаталку привели. Пап. Так, слушай, я тебя домой подвезти не успеваю. На, держи. Доедешь на метро. Все. Пап. Это... я. Что ты? Ну, экзамен. Подожди, ты шутишь, что ли? Ты что, взломал школьную систему? Егор, а что не банковскую систему, а? Или не деньги ты украл? Я ж тебя так и воспитывал. Воровать — это хорошо? Я не воровал. Ты своровал. Ты своровал оценку. Еще ты меня выставил идиотом. Я ж там за тебя заступался. Ну, пап. Что ну, пап? Правильно, что тебя отчисляют. Правильно. Пусть еще заявление напишут, а я подпишу. Понял? Да ты только этого и хочешь.
чтобы я тебя не позорил. Ты ж такой идеальный. Только где ты был, когда ты был нужен? Не мне, а маме. Ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Месяц без компьютера. Месяц! Ну зачем же вы так? Мальчик и так наказан. Слушайте, это вообще не ваше дело, ясно? Да, но дополнительное наказание не поможет ему сдать экзамен. Ведь в этом проблема, Егор. Ты просто не подготовился, да? Какая теперь разница? Знаете что? Иди в машину. Ты же сказал на метро. Иди в машину, я сказал. Послушайте, госпожа верификатор, вот это мой сын, ясно? Мой. И я лучше знаю, как его воспитывать. Я вижу. Послушайте, я и так уже вас объел, честное слово. Ешьте, пожалуйста. Спасибо. Эльвира Львовна, я должен спросить, какие у вас отношения были с Вячеславом? Любила я его со школы еще. А Вячеслав, он тоже вас любил? Он? Ну, в общем, периодически навещал. Вы не подумайте, я не обманывалась насчет него. Планов у него никаких не было серьезных, но со мной ему было хорошо. Он так говорил, что я важный для него человек, и что только со мной он может быть собой. Я понял. Скажите, он вчера вам звонил в 9:30, вы о чем разговаривали? Он сказал, что скоро приедет, но не приехал. Он так часто делал, я поэтому вчера и не удивилась. Хотя был момент, что мне показалось, что он подъехал. Звук был, как будто его такси. Но когда я выглянула в окно, машины не было. Ясно. Эльвира Львовна, скажите, а вот обрезанные волосы могли что значить для Вячеслава? В каком смысле? Ну, не знаю. Может быть, какое-то особенное значение имели волосы. Или что-то связанное, ну, со стрижкой волос. Может быть, с ножницами. Да. Было. Минутку. У нас в параллельном классе один мальчик учился. Даня. У него волосы были длинные. От роков нател. Где же он? Вот он. Даня Харитонов. Слава его постоянно шпынял и говорил, что все рок-музыканты наркоманы и, в общем, нехорошие люди. И однажды волосы ему обрезал. Они его с пацанами после школы зажали. О покойниках, конечно, только хорошо, но детство не считается, так ведь? Он же не соображал еще. Ну да. Детство не считается. Паш, ты уже четвертый. И чё? Нам репетировать надо. Ты хотел исправить палачи, и ты мне никто. Тирон должен был исправить. Ну его нет. Ну, справимся сами. Канцик через неделю. А ты уверена, что он будет? Все билеты проданы. А, билеты проданы. Круто, класс. Без Тирона ничего не получится. Мы же играли как-то без него все эти полтора года. Хорошая ты, Люба, но дура. Мы играли раз в два месяца. И то потому, что Тирона ждали его фаны. А если он сейчас заявит о сольной карьере, то это все. Понимаешь? Все. Все. Осторожно, горячий. Ой, да, спасибо. Ой. Что ты? Ты знаешь, Вить, меня все больше и больше беспокоит Ниночка. А что такое?
Она не заболела? Да нет, Вить. Здорова она. Физически. Ну, а морально это... Извини, это нормально. Нормально? Конечно. Нормально. В 6 утра вставать, дом драить, нормально. Конечно. На участке, как трактор без тормозов, весь день пахать. Нормально. А потом ребенок. Кружки, развлечения, занятия. С тех пор, как не стало Жени... Ну, все, Ниночка очень изменилась. Очень изменилась. Да нет, у нас просто филиал Монте-Сори какой-то получается. Ты не заметил? Я заметил, конечно, заметил. Ну, а что ты предлагаешь-то? Работать я предлагаю. Ну, она же работает вроде бы. Да, от случая к случаю. Я в этом ничего страшного не вижу. Вить. Что? Вить, ну работа, это же не только деньги. Это люди, это события. В жизни масса других интересных вещей. Ну, Вить, ну, ей-богу, как... Милая моя, хорошая моя. Пройдет время, и Нина сама все увидит. Понимаешь? Не знаю. Печенье? Баю-баю-баю-бай, Саша, глазки закрывай, будем завтра мы гулять, червячков собирать. Алло? Алло, Нина. Здравствуйте, это Буров. Мы сегодня с вами познакомились в школе Егора. А откуда у вас мой номер? В правильном месте работаю. Дело в том, что Егор ушел из дома. Мне очень жаль. Он оставил мне видеосообщение. Вы можете определить, врет он или нет? Ну, ладно, присылайте, я посмотрю. Да, сейчас пришлю. Здравствуй, папа. Когда ты получишь это видео, меня в Москве уже не будет. Я уже сегодня уезжаю. Куда? Тебе знать не надо. Не ищи меня. Я больше никогда не вернусь. Ты всегда говорил, что я должен делать то, что ты говоришь, пока я живу в твоем доме. Ну все, я больше не живу и не буду подчиняться твоим глупым правилам. Ты говорил, что я непуть. Но у непути работа есть. И люди на непути рассчитывают. И готовы платить ему. Я скоро больше тебя зарабатывать буду. И буду тратить деньги, как захочу. И жить, где хочу, и делать то, что я захочу. Потому что я теперь свободен. Понял меня? Свободен! Да. Да, я посмотрела. Скажите, а вот эта цепочка у него на шее, она откуда? Мама подарила. А можно поподробнее? Она как-то связана, может быть, с каким-то городом или еще что-то? Да, Лена купила ее, когда мы были в отпуске в Воронеже. Ну, возможно, он поедет в Воронеж, но я думаю, не сегодня. А у него есть там у кого остаться? Нет? Там родилась его мама, а теперь больше никого. Может быть, он у матери? Нет. Почему? Она умерла. А, ой, извините, пожалуйста. Так, тогда, значит, надо отталкиваться от работы. Она у него есть, и она срочная, значит, ему нужен компьютер. Может быть, он остался у друзей, в каком-нибудь гараже, на даче. Да нет, дачи у нас нет, гаражи я все оббегал. Друзьям позвонил, они тоже его не видели. Понятно. Так, ну, давайте думать логично. Ему нужен компьютер, Wi-Fi, тишина и еда. Кафе, я думаю, вряд ли подходит. Можно проверить коворкинги. Так, а почему он видео-то это записал? Для того, чтобы вас напугать, чтобы вы его искали. Таким образом, он получит доказательство вашей любви. Подождите, а может быть, действительно? Собрался в Воронеж. Так, поезд с Казанского в 1:30. Я успею его перехватить. Спасибо. Нет. Алло, Григорий. Алло. Мам, я в город. Работа?
Да, Сашенька спит, ты там за ней пригляди. Конечно. Конечно, присмотрю. Ну что? Все-таки лучше было бы, если бы она нашла работу. Угу. Нормальное время. Алло? По вам сыскное агентство плачет. Спасибо, что нашли его. Григорий Александрович, я понимаю, что вы сердитесь на Егора и... Скорее всего, первое желание отругать его как следует, чтобы он больше так не поступал. Но поверьте, сейчас очень важно, чтобы он не чувствовал себя одиноким и знал, что отец всегда рядом. А еще важнее, чтобы он понял, что за причиной идет следствие. За каждым плохим поступком – наказание. Я все-таки будущего мужчину воспитываю, ясно? Но если ваши методы воспитания привели к таким последствиям, может быть, они неверные? Простите, как вас там? Нина Леонидовна. Значит так, Нина. Вы вмешиваетесь не в свое дело, ясно? Руку уберите, пожалуйста. Там к тебе пришли насчет работы. Не, мам, я сегодня не могу. Мы с Сашенькой идем на день рождения к Юле, которая на площадке играет. Я обещала испечь торт. Боюсь, торт придется купить. Это еще почему? Тебе надо пойти. Здравия желаю, Нина Леонидовна. Старший лейтенант полиции Васильев. Полковник Горюнов велел доставить вас. Ого. Это еще почему? Не могу знать, Нина Леонидовна. Я же говорю, ну надо тебе пойти. Ладно. Дайте хоть приведу себя в порядок. Давай, давай, наливай побольше, не стесняйся, давай. Ну, бабл ти, ты что, с шариками чай сам делаю. Так, попробуем. Ну, давай. Попробуем. Чего там? Ага. Слушай, Вадим, еще вкусно? Так еще бы. Это же мой рецепт. С яблоками, тапиоки, понятное дело, да. Вадимыч, да. Бесподобно, но бежать надо. Чего по трупу? По трупу?
Ну что, диагноз есть, паралич дыхательного центра, вызванный смертельной дозой дигоксина. Дигоксина? Дигоксин, ну такой препарат, знаешь, он популярный достаточно, его в аптеках продают по рецепту, в основном для сердечников. А главное, что труп был обездвижен электрошокером. Ну, а потом уже был сделан укол. Вот, наклонись, посмотри сюда. Видишь, да? И что получается, как ты думаешь? Если сзади преступник был кто, а? Правша. Правша. Убийца был правша. Вот так. Правша. Понял? Угу. Ну, хоть какие-то есть там подозреваемые, а? Подозреваемые есть. Был правшой и, возможно, сердечник. Это вы, лейтенант Королёв? А как вы догадались? По этой фотографии. Это же наш класс. Вы немного изменились. Да уж, пришлось. Из-за Тёмина и начал тренироваться. А почему? Потому что он был гопник. Типичный, жестокий, злобный гопник. Но и вы его до сих пор ненавидите. Вы думаете, это я? Когда его убили? 2 дня назад. Я был у своей матери в деревне, у меня 20 домов свидетелей. Может, вы знаете, кто желал Тёмину смерти? Конечно, знаю. Он был док-хантером. Док-хантер? Я своими глазами видел, как он разбрасывал отравленные котлеты 2 месяца назад. И что вы сделали? Я его фотки разместил на форуме собачников и имя написал, чтобы они разобрались. Ну и котлет собрал, конечно. А я всегда лабрадора хотел. Они самые умные. Самая умная порода собак – бордер-колли. Лабрадоры на 5-м месте. Но зато они точно самые ласковые. Не встречал никаких исследований на эту тему. Потому что таких исследований быть не может. Почему? Неважно, Маш. А ты нашла форум, где Харитонов разместил фото Тёмина? Конечно, нашла. Вот. По ключевым словам, я отыскала наиболее активных и агрессивных пользователей. Сравнила этот список со списком собачников, у которых плюс-минус в то время, когда Харитонов сдал Тёмина, отравились собаки. В общем, один из хозяев поймал Тёмина и засунул в рот ему котлету с ядом с предупреждением. Если еще раз в этом районе умрет хоть одна собака, он будет следующий. В чате это активно обсуждалось, можешь сам увидеть. И ты знаешь, кто это мог быть? Андрей Королёв. Для опера ты задаешь очень много глупых вопросов. Кудинов Алексей Михайлович. Фантастика. Машка, ты гений. Так, а вот его собака. Кстати, кавалер Кинг Чарльз Паниэли практически не подвержены спадам настроения. 24 часа в сутки они находятся на волне позитива. А еще... Да. Ой, Ниночка. Как же я рад тебя видеть. Я тоже. Здравствуй. Парламентер в огороде, это было неожиданно. Ну, присаживайся. Спасибо. Чай, кофе? Нет, нет, спасибо. Вы лучше расскажите, зачем вы за мной прислали. Можно было позвонить. По телефону ты могла отказаться, а я очень хочу, чтобы ты согласилась. На что? Работать здесь... консультантом на постоянной основе. Спасибо, спасибо, но... Нет, ты только не торопись с ответом. Послушай меня. С тобой раскрываемость сложных дел была гораздо выше. Мне тут статистику прислали. Познакомься. Ну, это же... Это из-за Жени. Скворцов работал в отделе и до твоего прихода. И данные вот. Алексей Федорович, просто поймите, что мне будет тяжело. Тяжело в том месте, где Женя был каждый день. И
Извините. Я понимаю, ну и ты подумай. Работать здесь, где Женю все помнят и любят, может оказаться гораздо легче, чем кажется. И потом здесь ты продолжишь его дело, поможешь тем, кому, кроме тебя, надеяться не на кого. Ну, попробовать можно. Это что, это убийца обрезал волосы? Причем после смерти жертв. Секунду. Зайди. График у тебя будет свободный. Ну, задача понятна какая. Составлять психологический портрет преступников. Участвовать в обсуждении версии с отделом. Допросы выборочно. Да. Вызывали, товарищ полковник. Заходи. Вот, познакомьтесь, майор Буров Григорий Александрович, Лучникова Нина Леонидовна. Нина, профайлер, верификатор, уже с нами сотрудничала. Будете работать вместе с завтрашнего дня. Очень приятно. Взаимно. Алексей, давайте так. Одно дело, а дальше посмотрим. Разумеется. Майор Буров будет вам всячески помогать и содействовать. Так точно. Не сомневаюсь. Иди ко мне. Иди ко мне, дорогая. Пойдем. Кузинов Алексей Михайлович. Да. Лейтенант Королев, майор Жилин. Пройдемте с нами. А что случилось? Да ничего не случилось. Вы идите домой, идите. Серег, что ты его отпустил? Ты руки его видел? У него же тремор. Как он мог вот такими вот руками укол сделать? Молодец. Пошли, сыщик.